Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». У нас на канале уже есть обзоры Toyota RAV4 второго поколения, есть обзор Toyota RAV4 третьего поколения, а сейчас настал момент разбора Toyota RAV4 четвертого поколения. Ну что, надежен ли этот кроссовер? Итак, будем разбираться. Встречаем Toyota RAV4 четвертого поколения. В четвертом поколении RAV4 сразу стал длиннобазным. Между осями у него 266 сантиметров, как у лонг-версии у предшественника. Запасное колесо переехало с двери багажника в подполье багажника. Новых моторов у этого кроссовера не было. Все силовые агрегаты ему достались от предшественника. Дизайн кардинально изменился. RAV4 перестал выглядеть уныло. Он стал выглядеть странновато, особенно после рестайлинга. Кстати, четвертое поколение поступило в продажу в 2012 году, а в 2015 году произошел рестайлинг. Это поколение выпускалось до 2019 года, а с октября 2016 года Toyota RAV4, а именно ее производство, было налажено на заводе под Питером. Большинство владельцев Toyota RAV4 довольны этим автомобилем. Это действительно надежный и живучий авто. Но это не значит, что нам не о чем о нем рассказать. Вдруг какая-нибудь поломка, о которой мы далее расскажем, случится в вашем автомобиле. Либо эта поломка поджидает вас в кроссовере, который вы хотите купить. Сейчас вы обо всем узнаете. И, кстати, вот этот красавчик на данный момент продается. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Спешите. Окраска кузова и защита от коррозии довольно-таки стандартная для молодого японского автомобиля. Владельцы замечают, что лакокрасочное покрытие быстро царапается. И если камушки бомбардируют капот, то сколы краски рыжеют, но не вспучиваются. А вот если камни долетают до панели крыши, то там коррозия развивается быстрее. И там все вспучивается. Плафоны фар на дорестайлинговых машинах быстро мутнели под действием пескоструя. Желтоватый оттенок появлялся уже при пробеге в 50 тысяч километров, если этому способствовали дорожные условия. Еще фары и особенно задние фонари несерьезно потеют. Проблема чисто косметическая. В морозы попавшая в фары влага рисует красивые узоры изнутри фары фонарей. А еще в задние фонари попадают мусоринки и даже насекомые, так как сзади в корпусах фонарей есть неприкрытые технологические отверстия. На некоторых RAV4 появлялась вибрация капота на ходу. И это происходило из-за того, что клей-герметик между каркасным усилителем капота и верхней части капота рассыхался. То есть появлялся зазор, пропадала опора у верхнего слоя капота, поэтому поток воздуха его продавливал. Проблема лечится просто. Нужно нанести что-то типа густого стекольного клея в зазор между каркасом и верхней частью капота. Нередко на Toyota RAV4 четвертого поколения появляется увеличенный зазор между крылом и бампером, прямо напротив линзы фары. Так вот, этот зазор появляется при любых контактах с препятствиями, что на дороге, что на бездорожье. И даже в гарантийный период дилеры этот недостаток не устраняли по гарантии. Они считали, что это владелец неаккуратно эксплуатирует авто. В общем, этот зазор могут убрать хорошие кузовщики. Лобовое стекло здесь довольно-таки слабенькое и легко трескается из-за прилетающих камней. Поэтому не удивляйтесь, если на вторичке, когда будете покупать машину, у Toyota RAV4 четвертого поколения будет заменено лобовое стекло. Но здесь, вот в этой машине, которая продается, ссылочка в описании, стекло оригинальное. Поскольку у Toyota RAV4 дверь багажника открывается не в бок, а вверх, здесь появился сервопривод открытия задней двери багажника. И еще в богатых комплектациях есть опция открытия багажника, то есть двери багажника, взмахом ногой под бампером. Но у нас такой функции нет. Есть только вот такой вот сервопривод.
Однако сервоприводы открытия, непосредственно вот эти упоры двери на первых автомобилях RAV4 этого поколения, оказались крайне ненадежными. Их меняли массово по гарантии и даже улучшали конструкцию. В общем, вот эти сервоприводы, упоры, стоят бэушные по $300, а новые в 6 раз дороже. Поэтому был освоен ремонт этих механизмов. Как оказалось, поломки тут стандартные. Обрываются провода, подключенные к электроплате, управление встроенным моторчиком. Специалисты вскрывают корпуса сервоприводов снизу, там, куда входят провода, и восстанавливают пайку, ремонтируют оборванные провода. А вообще можно установить новые газовые упоры. Оригинальные по $100, заменители по $12. Кнопка открытия багажника может быть в салоне, а сервоприводов может и не быть. И еще, для эксплуатации Toyota RAV4 не в Европе оснастили полноразмерным запасным колесом. И поэтому пол багажного отделения в этих машинах выглядит как саркофаг. Там хранится это полноразмерное запасное колесо. И этот саркофаг на 10 сантиметров выше порога. И это съедает примерно 50 литров полезного объема багажника. Не все владельцы с этим согласны и меняют это полноразмерное запасное колесо на докатку. Докатку можно взять от Toyota Camry. Затем владельцы мастерят пол багажника из фанеры, покрывают его подходящим ковролином, а также место для докатки и органайзер тоже делают из фанеры, и получается низкий пол. И тогда у багажника полезный объем доходит до 600 литров. А вот здесь вот вы видите, как выглядит нормальный багажник Toyota RAV4 четвертого поколения. Лайфхак: если хотите вот такой вот багажник, то просто поищите на разборке полочку от гибридного Toyota RAV4. Фирменная болячка Toyota RAV4 – это недолговечные ограничители дверей. Их фиксаторы изнашиваются, и тогда двери начинают распахиваться, открываться-закрываться без торможения. Новые ограничители стоят оригинальные от 60 до $90. Есть заменители в 3 раза дешевле, а башмаки фиксаторов можно поменять. А теперь добро пожаловать в салон! Toyota RAV4 – это вам не Lexus, тем более, что на этой платформе была создана модель NX. Поэтому салонный пластик тут дубовый и при неаккуратной эксплуатации легко царапается. Более того, еще в гарантийный период на этих кроссоверах меняли рули по гарантии, так как кожаная оплетка буквально за 2-3 года протиралась возле стыков, а потом и в местах частого контакта с ладонями. Еще и внутренние накладки вокруг глухих окошек багажника меняли по гарантии, так как сверху они отставали от обивки потолка. Еще протирается и растворяется краска на накладках на внутренних дверных рукоятках. Это зависит от эксплуатации, но нередко они или уже перекрашены, или еще с протертыми пятнами. Как уже было отмечено, все моторы Toyota RAV4 достались от предшественника. У всех у них алюминиевые блоки цилиндров с открытыми рубашками охлаждения, цепной привод ГРМ, бензиновые двигатели, атмосферные с непосредственным впрыском, и гидрокомпенсаторы присутствуют. Двухлитровые бензиновые двигатели 3ZR до и после рестайлинга немного разные. До рестайлинговый 3ZR FAE имеет систему Valve-Matic для бесступенчатого изменения высоты подъема впускных клапанов. А вот после рестайлинга эту систему убрали. Электромеханический блок Valve-Matic доставлял немало недешевых проблем. Его раз 10 улучшали. На RAV4 четвертого поколения он проблем особых не доставлял. Его в основном меняли по гарантии. Если что-то с ним сейчас случится, то это вопрос на $700. Но, к счастью, есть моменты с его ремонтом и даже с отключением. Цепь ГРМ моторов 3ZR служит примерно 200 тысяч километров.
И у этого двигателя может быть жор масла. Поэтому обязательно при покупке Toyota RAV4 четвертого поколения с этим двигателем надо проверить двигатель на вот этот вот счет. Оригинальная помпа начинала течь к пробегу в 90 тысяч километров. Ее даже иногда приходилось менять по гарантии. Оригинальная помпа стоит $130, есть заменитель за $30. Течи масла случаются. Самое неприятное – это течь масла по крышке, за которой находится цепь ГРМ. В первую очередь запотевание появляется возле натяжителя цепи. Старший двигатель объемом 2,5 литра – это просто шедевр надежности. Ну, вот правда. Ну, есть по нему некоторые нарекания. Но в моем поле зрения есть Camry V40 из США. А именно на рынке США этот двигатель появился под капотом Camry в 2009 году. Так вот, пробег 500 тысяч километров, и он живее всех живых. При замене масла каждые 15 тысяч километров этот двигатель потребляет 1 литр масла от замены до замены. А вот если бы меняли каждые 10 тысяч километров, то расхода масла на угар не было бы. Еще тот мотор рычит фазовращателями после запуска 1-2 секунды. Уже 300 тысяч так рычит. Я представляю, что вы напишите в комментариях. Если будет много вопросов, то обязательно запишу вам видео в шортс. Еще. Цепь ГРМ там родная, и все тут. В общем, 2AR FE действительно очень надежный двигатель. Кстати, эту машину с двигателем 2.5 можно узнать по низковисящему глушителю. Вдобавок, мотор 2.5 установлен выпускным коллектором вперед. То есть начало выхлопной системы огибает картер двигателя. Ну и такое ощущение, что глушитель вот-вот отвалится. Ну и, естественно, на легком бездорожье он легко находит контакт с рельефом местности. А вот к нам на обзор попала гибридная версия. Такие продавались только в США и Европе. Такие существуют только в рестайле. Здесь в основе силовой установки 2,5-литровый атмосферник 2AR, только дефорсированный и работающий в экономичном цикле Миллера или Аткинсона. Кому как больше нравится. В качестве трансмиссии используется фирменный бесступенчатый вариатор, который сливает воедино мощность ДВС и электромотора. Плюс еще один электромотор установлен на задней оси. Таким образом, этот гибрид номинально является полноприводным. Электромоторы питаются и подзаряжают никель-металл гидридную батарею емкостью 1,6 кВт-час. Про надежность гибридных Toyota складывают легенды. И не зря, потому что вся эта система без проблем и поломок пробегает 500 000 километров и даже больше. А расход топлива заметно ниже, чем у просто бензиновой версии. А отклики на педаль газа очень бодрые. Еще Toyota RAV4 получил 2,2-литровый турбодизель. Это очень противоречивый двигатель. Начнем с фактов. Последний технический бюллетень к этому двигателю был датирован мартом 2019 года и гласил, что если двигатель 2AD потребляет пол-литра масла на 1000 километров, то значит надо заменить блок цилиндров и поршни. Так вот, годами инженеры Toyota пытались излечить этот двигатель от масложора, и победить его удалось самым кардинальным способом. До лета 2010 года этот двигатель лечили от утечки антифриза, вызванного бракованной прокладкой головки блока цилиндров. По идее, на RAV4 четвертого поколения должны были идти моторы D4D с качественными прокладками ГБЦ. Однако случаи продувания прокладок с последующим попаданием антифриза в цилиндры все еще встречается. Добавим сюда и другие типичные проблемы любого дизельного двигателя. Зарастание впускного коллектора шубы из масла и сажи. Правда, шуба во впуске тут будет тем толще, чем выше масляный аппетит. Сама по себе топливная система достаточно долговечная. И если вы заливаете качественное топливо, то вопрос о замене форсунок, причем каждая по $600, встанет к пробегу примерно 500 тысяч километров. Также стоит отметить, что у дизеля 2.2 D4D много поклонников, он отлично тянет, у него низкий расход топлива, и справедливости ради надо сказать, что те проблемы, из-за которых были изданы технические бюллетени, встречаются крайне редко.
RAV4 с 2-литровым бензиновым двигателем, а также с турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил встречается с 6-ступенчатой механикой. Случаев износа подшипников в этой трансмиссии минимальная. Чтобы продлить ей жизнь, надо менять трансмиссионную жидкость каждые 80 тысяч километров. Использовать надо оригинальное масло, уйдет на заправку 2,4 литра, либо же аналоги с допуском GL4. Двухлитровый бензиновый двигатель оснащался фирменным вариатором от компании Aisin. Это действительно надежный вариатор. Он способен выходить и 300 тысяч километров. Да, подшипники его валов и солнечной шестерни слабоваты. Их износ возникает на скоростях, которые не всегда разрешены на платных трассах. После 80 километров начинает слышен быть гул. Так вот. Чем раньше владелец обратится на ремонт, тем дешевле ему встанет этот ремонт. Иначе вариатор себя размолотит изнутри. В общем, при покупке RAV4 четвертого поколения с вариатором, его надо обязательно послушать, не гудит ли он. Если вы не будете перебарщивать со скоростью, то никаких проблем с вариатором серии К111 не будет. Меняйте частично масло каждые 40 тысяч километров. Используйте фирменное Toyota CVT Fluid TC. И каждую вторую замену масла меняйте фильтр, снимая поддон. С 2,2-литровым турбодизелем устанавливается автомат U660E. Это очень надежная и ресурсная трансмиссия. Однако владельцы Toyota и Lexus с двигателями 3.5 V6 вряд ли с этим согласятся. Эту трансмиссию убивает гиперактивная езда и неадекватные отжиги со светофоров. 2,2-дизельная четверка хоть и тяговито, но не провоцирует вот на такую езду. Поэтому на Toyota RAV4 этот автомат U660E чувствует себя прекрасно. Чтобы продлить ему жизнь, надо частично менять масло каждые 60 тысяч километров. На частичную замену уходит 4 литра масла. Надо использовать фирменное Toyota WS. Такие же рекомендации по маслу Toyota WS и фильтру для автомата U760F. Это младший брат U660. Работает в паре с двигателями объемом до 2,5 литров и чувствует себя прекрасно. Этот автомат способен прожить и 500 тысяч километров. Напоминаем вам, что эта машина продается. И еще напоминаем вам, что в Автостронге есть отличные БУ запчасти и также есть новые запчасти и технические жидкости. Если нужны запчасти, айда в Автостронг, заходите на наши сайты, звоните нам по телефону, пишите нам в мессенджеры и пишите нам в соцсетях. Также у нас есть еще подразделение Мотостронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Кстати, по отличным ценам. Нужен мотоцикл? Айда в Мотостронг. Ссылочки я оставил в описании. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Недавно мы вам рассказывали про двигатель 2.5 и как его передняя часть выхлопной системы огибает картер. А сейчас показываем. Вот он картер и вот передняя часть выхлопной системы его огибает. Подвеска у Toyota RAV4 четвертого поколения не сильно комфортная, но очень долговечная. Естественно, все зависит от условий эксплуатации. Первыми здесь даются втулки стабилизатора и стойки стабилизатора по 15 и 35 долларов соответственно. Выхаживают примерно в некоторых случаях 50 тысяч километров, а в некоторых случаях вдвое больше. И, кстати, давайте сразу обратим внимание на тяги заднего стабилизатора. Они насквозь протыкают задние и нижние рычаги подвески. На бездорожье эти лишние кончики, конечно, не выступают как грунтозацепы. Однако при снятии вызывают в свой адрес немало лестных слов, особенно если загнуты или безнадежно заржавели. Вот это вот чудо японской инженерной мысли стоит по оригиналу 20 долларов. Заменитель стоит 5 долларов. Вообще в задней подвеске Toyota RAV4 второго поколения 4 рычага. И вмешательство эта подвеска требует, ну, наверное, при пробеге за 200 тысяч километров. Но сайлентблоки по оригиналу для задних рычагов не продаются. Например, вот этот вот сайлентблок ЦАПФы
подпружинного рычага продается только вместе с сапфой. И стоит эта деталь $150. А сайлентблок-заменитель стоит $15. Аналогичная ситуация со всеми остальными сайлентблоками. Верхний рычаг стоит около $120, передняя тяга с шаровым наконечником. Столько же сайлентблоки к ним стоят около 10, а не оригинальные рычаги в сборе от $30 до $60. Шаровые опоры передних рычагов стоят за оригинал по $25 и легко меняются через болтовые соединения к рычагам. Сами рычаги стоят от $60 до $150 за оригинал. А вот сайлентблоки, только не оригинальные, от $7 до $15 примерно. Опорный подшипник амортизационной стойки стоит $15, и эта цена за оригинал. Задние ступичные подшипники стоят от $80 до $200. Передние стоят до 230. Ходят примерно 150 тысяч километров. Полноприводная трансмиссия Toyota RAV4 сочетается как с автоматом, так с вариатором и, конечно же, с механикой и со всеми двигателями. Напомним, что у нас версия гибридная, и обратите внимание, что карданного вала нет, а заднюю ось приводит электромотор. В целом, никаких критических замечаний по поводу трансмиссии этого кроссовера нет, но все-таки, как и у предыдущего поколения, придется со временем заменить необслуживаемую крестовину, которая страдает от влаги и грязи, заднюю крестовину карданного вала. Ничего специфического в ее замене нет. Многие мастерские предлагают замену этой крестовины. Вибрации от ее износа начинаются примерно на пробеге 120-150 тысяч километров. А если у полноприводного RAV4 что-то сзади загудит и завоет, то тогда надо отправляться на замену подшипника муфты подключения задней оси. Дело в том, что этот подшипник очень плохо защищен от влаги и может провернуться в корпусе муфты и проточить его. И тогда новый подшипник туда едва ли нормально встанет. Но если ездить долго с гулом, то этот подшипник может вообще заклинить. И тогда бывает так, что он разрывает корпус муфты по окружности. А новая муфта стоит $1000. По обоим этим вопросам всегда было бессмысленно обращаться к дилерам Toyota, потому что и карданный вал, и муфта идут едиными деталями. Никаких запчастей к ним нет. Ну а на практике подшипник муфты без проблем меняется. Муфта полного привода электромагнитная. Фрикционы смазываются маслом из редуктора. Туда заливается обычная трансмиссионка 75V85. 1 литра такого масла хватит, чтобы обслужить и задний редуктор, и передний, то есть угловой редуктор. Электрическая рулевая рейка Toyota RAV4 четвертого поколения менялась по гарантии из-за стука буквально в первые годы выпуска, но после замены систематических проблем с ней не замечено. Наверное, треть владельцев этого автомобиля замечают, что эта машина нещадно ест и диски, и колодки. Действительно, их ресурс очень мал. 40 тысяч для колодок, 80 тысяч для дисков. Вдобавок еще владельцы замечают маленькую эффективность тормозов. Если вы владелец вот такого автомобиля, обязательно напишите в комментариях про ваши ощущения, так ли это. И, кстати, владелец этого автомобиля сказал, что ему тормозов Toyota RAV4 четвертого поколения более чем предостаточно. Не знаю, как вас, а нас Toyota RAV4 убеждает надежностью и долговечностью. Все версии хороши. С автоматом, с вариатором, даже дизельная версия с подмоченной репутацией. Надо помнить, что RAV4 ни разу не внедорожник. Не испытывайте его полный привод, а версия с двигателем 2.5 обязательно оставит глушитель на бездорожье. В общем, берегите кузов от коррозии и относитесь к этой машине как к универсалу. И тогда она прослужит вам очень долго. Если вам понравился наш обзор, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».